Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. И сегодня я вам покажу небольшой заказик вместе со своей дочкой Катюшкой, которой уже 17 год. Итак, первая пара туфелек, это, конечно же, мы заказали ей. И на низеньком каблучке бархатные, конечно же, черные, цветные. Как-то вот нам не захотелось заказывать ни одну модельку. Да, и вот первые, это модель PH004, туфли классик, цвет черный, размер 36, артикул 88022, срок годности не ограничен. Так, верх бархат, подкладка эко-кожа, далее стелька эко-кожа и подошва тунит. Вот, значит, такие вот интересные туфельки. Я хочу сказать, что они мягкие, довольно-таки комфортные, довольно-таки приятные. Вот, и еще вот пара штанов. Давайте же их с вами посмотрим поближе. Вот такая вот красота. Конечно, да, то есть о, дочке подошел этот размер идеально. Катюш, идеально, да? Угу. Да, вот, значит, вот так вот они с логотипчиком Faberlic. Стельки тут не достаются. В принципе, качество хорошее, нормальное, недовольно мягкие, да, я бы не сказала, что они жесткие. Вот тут, конечно, все тверденько, колодочка нормальная, подошва нормальная, каблучочек, все хорошо. Вот пришли они в такой вот красивой коробочке, как вы видите, да, вот сейчас вот эта вот коробочка. На, Катюшка, померяй, а я пока расскажу вам про штаны, которые пришли Катерине. Нет, я вообще-то сначала вам расскажу про туфли, которые у нас пойдут на возврат. Туфли на возврат, потому что просто мне мал размер. Я закажу себе 38-й. У меня 37-й размер свой. И мне всегда было, как вам сказать, тяжело заказать свой размер. Единственное, что я хочу сказать, что эти туфли мне понравились. И если 38-й мне подойдет, я обязательно их буду носить. Очень классные. Катюшки велики, мне малы. У Катюшки, как вы знаете, ножка 36-го размера. Поэтому я их уже упаковала назад. Все они идут в красивые упаковочки с логотипом Faberlic. Они тут проложены пакетиком. Да, то есть видите, какая красивая коробочка. Они тут проложены пакетиком, чтобы они не поцарапались. Очень хорошо все выложено. То есть, ну, прям все идеально, красиво. Жалко, конечно, туфельки, но на возврат возвращаются. Красота. Закажу себе 38-й обязательно, если они будут. Вот как туфельки смотрятся на Катюшке. Катюш, давай, я знаю, что сделаю. Я увеличу тебе твои ножки, но ты стой на месте. Да, таким вот образом они смотрятся. Катюш, боком поверни ножку. Да, ну вот так вот. То есть, ну, идеально подошли. Я бы так сказала, весьма даже идеально. Да, вот спереди, сзади. Все хорошо. Катюш, постой на месте, я тебе сниму ноги. Вот, да, то есть, ну, вот все хорошо. И вот, конечно же, вот эти вот штанишки. Это у нас, Катюш, да, я посмотрю у тебя бирочку. Ну, вот там. Вот там, да? Упаковку выкинула уже. Уже успела. Так, это у нас волосики тихонько, а то я не могу сфокусировать камеру. Это у нас трикотажные брюки для женщины, артикул 59581, размер 40, 70% вискозы, 24% нейлон, 6% эластан. Очень такие практичные штанишки. Я про них уже снимала видео. И хочу сказать, что они идут в облипочку, облегающие. Если нужно, они утянут животик, что очень хорошо. Далее, что у нас тут идет, это вот такой вот широкий пояс, как вы видите, да, отсюда прямо вот он, тут вот заканчивается, вот он идет, поясочек, да, вот. Спереди у нас два шовчика, Катюш, повернись, да, вот такие вот два шовчика. Вот, то есть они расстегиваются, застегиваются, то есть лишний объем они не создают. И вот этот вот большой пояс, если, ну, у Катюшки нет животика, но вот у меня, к примеру, он есть, и я сейчас прекрасно понимаю, что вот они мне очень хорошо животик этот подбирают, утягивают, они идут как бы корректирующие. Низ штанов обычный прямой. Обычный прямой, то есть легонько так подшито, все хорошо.
Да, вот как вы видите, я вам сфокусировала. Вот такие вот штаны. Нормальные, облегающие. Можно с кофтой носить, можно их носить с туникой и с чем угодно. Эта кофточка тоже из Faberlic, но мы уже ее снимали размерчик. И следующее, что бы мне вам хотелось показать, это такие вот леггинсы. Они сидят примерно так же на дочке, как и первый вариант. Это обтягивающие трикотажные брюки для женщины. Размер черный, ой, цвет черный, размер 42. На, Катюш, один, давай померяем с тобой. Вот они, я сюда проложила. Да, размер 42, 95% хлопок и 5% эластан. Артикул 85614. Очень нравится, что они идут натуральные, что все идет как бы по заказу, изготовлено по заказу Faberlic. Очень нравится, что вот эти вот, их можно носить и с юбочкой, и с джемпером, и с чем только можно их не носить, потому что они реально такие удобные. Удобные такие, они хорошо облегают фигурку, но не впиваются там, где не надо. Вот это самое, что ни на есть хорошее. Катюш, ты там, давай, выходи. Ага, я уже все. Выходи. Сейчас тут смялась. Да, ну вот они вот такие вот идут. Обычные, а поясочек, Катюш, широкий. Нет, маленький. Маленький, да, поясочек. Ну, вот такие вот. Они могут быть и как штанишки самостоятельные, и с юбочкой могут быть. И, в принципе, и без юбочки, и очень такие универсальные. Катюш, они без начеса, да, обычные. Обычные, без начеса. Обычные, ну, вот тебе подошли. Да, ну, вот, в принципе, и все. На этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравились черные вещи. Вот, компания Faberlic выпускает различные вещи. Мы одеваемся в Faberlic полностью. Как вы знаете, на моем канале YouTube есть и детские, и женские, и подростковые, и мужские вещи. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.